Дебютная игра сразу на ВТБ-арене и сразу против ЦСКА. Какие впечатления? Большие впечатления, большие эмоции. Приятно первый раз дебютировать, тем более в московском дерби против хорошей, качественной команды ЦСКА. И болельщики поддерживали нас, гнали вперед. Очень приятно было быть в такой атмосфере. У тебя особое отношение с ЦСКА? История личных встреч, только победы. Твой любимый соперник? Ну так можно сказать, да. Сколько раз против них играл, столько пока и было победа. У тебя было всего несколько тренировок. Как оцениваешь понимание с командой? Как тебе сегодня чувствовал взаимодействие на поле? Взаимодействия проходили хорошо. В принципе, я смотрел, как играет «Динамо», понимал примерно, как действовать. Тренер подсказывал, была теория. Ну и, в принципе, чуть-чуть надо набирать, тренироваться, чтобы было больше взаимопонимания, чтобы продолжать дальше помогать команде. По сути, у тебя голевая в первом же матче. Может, конечно, сработал твой шальной удар. Бил просто на силу или метился в угол? В принципе, это всегда позиция, откуда я бил, и буду бить дальше, как получилось. Вот вратарь не смог поймать, и сработал Фома хорошо на добивании. В принципе, я считаю, это заслуженно было. Ты сместил Захаряна с его фланга. Хочешь и дальше играть справа или готов все-таки сыграть слева? В принципе, справа моя родная позиция всю жизнь, но я думаю, да, Захарян перейдет налево. Амбициозно. А сложно почувствовать атмосферу, конечно, при ограничениях, но как тебе поддержка динамовских болельщиков сегодня? Хорошая атмосфера, приятный стадион, болельщики болели всю игру, их было слышно, было очень интересно. Хочу сказать им спасибо большое за этот матч, их поддержка была очень важна в этом матче.